Это Юпитер. И он единственный в мире детеныш пятнистого тюленя, который появился на свет в океанариуме. До рождения этого малыша все попытки к разведению не давали результатов. Родители отказывались от потомства, а искусственное питание не подходило. Но Юпитера мама не бросила и выкормила. Сегодня он уже активно тренируется. Грозный рык тюлененка означает, что он очень рад гостям. В награду за выполнение заданий детеныш получает любимую еду. Креветки, горбушу и селедку. Последнее время численность пятнистых тюленей увеличивается. В этом году насчитывают уже около 1000 детенышей. Биологи пристально следят за всеми особями, чтобы продолжить эксперимент по их разведению в неволе.